Hola, amigos, на связи Матвей. Я тут недавно понял, что нужно развивать комьюнити мобильного Fortnite. Поэтому данное видео посвящено новичкам. Сегодня я вам расскажу, как установить Fortnite абсолютно на любое Android-устройство, дам советы по оптимизации, ну и, конечно же, расскажу, как поднять FPS в вашей игре. К концу этого ролика Fortnite на твоем Xiaomi ничем не будет отличаться от Fortnite на компьютере за 500 000 рублей. Если это видео смотрят мои подписчики или уже бывалые игроки, то, ребят, здесь ничего для вас интересного нет, можете смело ставить лайк и идти гулять дальше. Ну а ребята, которые только хотят попробовать поиграть в Fortnite на своем телефоне, присаживайтесь поудобнее, сейчас я вам все расскажу. Для начала сообщу, что есть два способа установить Fortnite на свой Android. Первый способ через официальный сайт Epic Games и второй способ через APK-файлы. В чем разница и где лучше скачивать, сейчас я вам объясню. Если вы хотите скачать Fortnite через официальный сайт Epic Games, то здесь есть несколько проблем. Во-первых, скорее всего, если вы скачаете Fortnite через официальный сайт Epic Games, то у вас будет всего лишь максимум 30 FPS в игре. Конечно же, эта проблема относится не ко всем устройствам, сейчас на экране вы видите название девайсов, которые официально поддерживают 60 FPS Fortnite Mobile. Если у вас телефон из этого списка, то можете смело выключать это видео и идти качать Fortnite с официального сайта Epic Games. Чуть позже расскажу как. Ну а если, к сожалению, у вашего девайса нет в этом списке, то, ребят, я вам настоятельно рекомендую качать Fortnite через специальный APK-файл. Позже расскажу, как и где это можно сделать. Вы должны понимать, что у Fortnite просто ужасная оптимизация на Android-устройствах. Как вы уже могли заметить, то 60 FPS официально может поддерживать только малое количество Android-девайсов. Дело в том, что Epic Games оптимизирует Fortnite на 60 FPS только на тех андроидах, с компанией-производителей которых у них заключен договорной контракт. В общем, что-то наподобие коллаборации, и это пока что есть только на флагманах компании Samsung, OnePlus, ну и несколько других небольших компаний. Поэтому даже если вы покупали свой Android за 50 000 рублей, не факт, что он будет тянуть 60 FPS Fortnite Mobile. Более того, существует также большое количество Android устройств, которые вот вообще априори не поддерживают Fortnite как игру, то есть вы запускаете лаунчер, а далее вам пишет, что, к сожалению, ваше устройство не поддерживается для игры. В таком случае тоже помогает специальный APK-файл для Fortnite, потому что этот APK-файл вы можете установить и играть в Fortnite абсолютно на любом Android устройстве. В общем, давайте я вам расскажу, как и где что скачивать. Если вы хотите скачать Fortnite на свой Android через официальный сайт Epic Games, то просто в любом поисковике вбивайте запрос «скачать Fortnite на Android» и переходите по первой предложенной ссылке, это будет официальный сайт Epic Games. Далее вам предоставят ссылку для скачивания специального APK-файла, вы его качаете, там вам напишут, что нужно принять для того, чтобы запустить этот лаунчер, ну и потом через запущенный лаунчер скачивайте саму игру. Ничего сложного там нет, сайт Epic Games устроен так, чтобы вам было скачать Fortnite на Android максимально удобно. Ссылочку на официальный сайт я также оставлю в описании. Ну а если вы хотите скачать специальный APK-файл Fortnite на 60 FPS и чтобы он поддерживался абсолютно на любом Android устройстве, то смело пишите в личные сообщения нашей официальной группы канала ВКонтакте. Ссылочку на нее вы сможете найти в описании. Далее просто пишите «Привет, дай APK» и название своего Android девайса. Я или мой модератор постараются вам ответить как можно скорее, и мы вам дадим ссылку на специального телеграм-бота, который выдает APK-файлы на Fortnite 60 FPS. Просто проблема в том, что если вы собираетесь качать специальный APK-файл Fortnite на 60 FPS, то при каждом обновлении самого Fortnite вам нужно также будет скачивать обновленный APK-файл. Ну и для того, чтобы при каждом обновлении Fortnite вам не приходилось лазить по всему интернету и искать новый APK-файл на 60 FPS, у нас есть вот этот вот телеграм-бот, который при каждом обновлении Fortnite будет выдавать вам новую ссылку для скачивания. Согласитесь, это удобно. Но еще забыл сказать, что если у вас в Fortnite на вашем Android устройстве будет падать FPS или будет подвисать игра, то, ребят, настоятельно рекомендую посмотреть мое видео на канале по подсказочке в правом верхнем углу, где я рассказал, как оптимизировать игру на своем Android девайсе. Все способы актуальны и рабочие, я сам ими постоянно пользуюсь. Также забыл сказать, если у вас все-таки остались какие-то вопросы по поводу установки игры или вообще по Fortnite Mobile в целом, то с ними вы можете смело писать в личные сообщения нашей группы канала ВКонтакте. Опять же, я или мой модератор вам ответит как можно скорее и поможет решить вашу проблему. У нас самое крупное и единственное сообщество по Fortnite Mobile во всем СНГ, мы работаем и как техподдержка, и как развлекательный канал, на котором вы сейчас смотрите это видео, поэтому если вы тут впервые и вы играете в Fortnite на своем телефоне, я вам настоятельно рекомендую оформить подписку,
Такого контента вы еще на русском языке нигде не встретите. Также поддерживайте нас в ежедневном магазине Fortnite, наш тег Automotive Cars, смело водите и покупайте исключительно с ним. Надеюсь, вы меня поняли, и по традиции с вами, как всегда, был Матвей. Hasta luego!